Наверное, каждый человек в своей жизни хоть один раз, но задумывался о том, что бы ему сделать такого, после чего он стал бы зарабатывать деньги, уже не работая. Как, например, это делают многие писатели, композиторы, певцы, изобретатели и другие категории людей. Этому нигде не учат. Поэтому многие люди даже не рассматривают сам факт такого заработка, не верят в него или считают его доступным не для всех. Но мы кое-что придумали. И давайте сразу к делу. Замечали ли вы, что практически в любом видео на различных медиаресурсах вы слышите одни и те же уже знакомые вам фразы? Поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Как вы думаете, почему практически все блогеры призывают вас к этому? А иногда настоятельно и по несколько раз. Думаете, это совпадение? Нет. Все очень просто. С помощью этих простых действий вы выполняете работу по привлечению других людей, которые, в свою очередь, привлекают новых людей. Именно так работают алгоритмы любых социальных и медиасетей, которые, по сути, являются оцифрованной версией сарафанного радио. Поставив лайк, подписавшись на канал или написав комментарий, вы автоматически и ничего не подозревая становитесь участником многоуровневого, но скрытого от вас маркетинга. И просто своим присутствием, а по сути рекламной работой, продвигаете видео, создавая авторам каналов новую аудиторию и зарабатываете им деньги. От рекламы и не только. На первый взгляд, казалось бы, в этой схеме уже ничего не изменить. Ведь действительно, многие люди делают это машинально, из-за личной симпатии или в благодарность за контент. Однако мы нашли способ, каким образом вы можете стать не просто зрителем и участником скрытых от вас маркетинговых процессов, но и зарабатывать вместе с любыми блогерами. Фактически стать их партнерами, причем на очень взаимовыгодных условиях для обеих сторон. Для начала обратите внимание на описание к любым видео, которые вы просматриваете. Как правило, в описании вы увидите различные ссылки на другие ресурсы авторов, их контакты в социальных сетях, донаты, партнерские программы, ссылки на товары, личные сайты, магазины и так далее. Суть в том, что предназначение этих ссылок является номинальным, то есть они им нужны только для того, чтобы люди смогли перейти на другие ресурсы, просто кликнув по ним. Иногда в описании к видео или постам в соцсетях вы можете увидеть сокращенные ссылки, то есть копии оригинальных ссылок, но в удобном формате, который позволяет длинную или некрасивую ссылку сделать короткой, либо же скрыть адрес конечного ресурса. Мы объединили это удобство с многоуровневой системой структурирования и создали сервис коротких ссылок Global Web, который несет в себе гораздо больше, нежели номинальную возможность перехода с одного ресурса на другой. Уникальность в том, что мы повторили главный алгоритм медиасетей и оцифровали сарафанное радио, внедрив его в маркетинг Global Web, который работает на базе 8-уровневой плюс усовершенствованной нами бесконечной бинарной системы структурирования. Все работает точно так же, как и в любом сервисе коротких ссылок, которыми, к слову сказать, пользуются все топовые блогеры, долларовые миллионеры. Но все переходы по ним запоминаются системой. Многие люди любознательны, и если они заинтересовались тем, что блогер или любой другой человек пользуется короткими ссылками, некоторые из них обязательно захотят сократить уже свои ссылки, и при их регистрации они будут структурированы в многоуровневую систему Global Web, исходя из того, после чьей именно короткой ссылки люди проявили этот интерес. Что это дает лично вам? Представьте, что в следующий раз, просматривая видео вашего любимого блогера или совершенно незнакомого вам человека, в описании к видео вы увидите короткие ссылки от Global Web. Перейдя в свой офис Global Web, вы обнаружите то, что этот человек находится в вашей сети. Соответственно, чем больше просмотров, лайков, комментариев и подписчиков получает этот блогер,
тем чаще люди переходят по его ссылкам в описании, и тем выгоднее не только блогеру, но и вашей сети, а также лично вам. Важно то, что этот блогер или любой другой человек мог узнать о Global Web, зарегистрироваться и появиться в вашей сети не лично от вас или ваших ссылок, а от людей, которых вы совершенно не знаете, от вышестоящих или нижестоящих партнеров в бесконечном уровне, с помощью так называемого перелива или спилловера, что обеспечивается бесконечной бинарной системой структурирования. Вы вольны в действиях, и при желании или необходимости вы можете проявить личную или даже командную инициативу в продвижении этого человека. Это пойдет на пользу не только ему, но и лично вам и вашей сети. Ведь все его любознательные зрители, желающие сократить уже свои ссылки, при регистрации окажутся как в сети блогера, так и в вашей личной сети в том числе. Система Global Web в целом бесплатна, но ключевые функции имеют небольшую годовую стоимость, и если они понадобятся всего нескольким процентам или даже менее 1% людей, вы станете зарабатывать существенные деньги пассивным способом, мгновенно получая их на свои личные реквизиты. Маркетинг Global Web — это не то, что вы привыкли видеть или о чем вы слышали прежде. Аналогов Global Web нет. Пример с блогерами был выбран нами для удобства и простоты понимания системы. На самом деле перед вами готовый, бесконкурентный и совершенно пустой рынок, размерами весь интернет. Не упустите время, воспользуйтесь этим. Перейдите на сайт globalweb.me, зарегистрируйтесь и используйте сокращенные ссылки в любом своем деле. Либо же порекомендуйте сервис Global Web одному или нескольким людям, после чего просто наблюдайте за развитием вашей сети и своих доходов. Подробное описание, примеры и различные математические расчеты вы можете узнать на сайте globalweb.me.